I don't know. You know, I think it, to know somebody who is doing Hippocratic way. Я думаю, что иногда у меня не хватает даже духовной возможности распознать, человек лицемерит мне или нет. Допустим, в Африке я некоторое время назад еще не знал суахили. Люди мне в лицо улыбались, а за спиной у меня говорили гадости. Я об этом раньше не знал, но теперь я выучил суахили и знаю, что они говорят, но я предпочитаю притворяться, что ничего не происходит. Для чего я это делаю? Для того, чтобы у меня была возможность все-таки этих людей наставить на путь Христа. Потому что если я выскажу им в лицо то, что они делают неправильно, если я заставлю их смутиться, возможно, они убегут просто от меня. Но моя главная цель — вести их ко Христу.